Мы сильнее, потому что мы команда. Так о себе говорят хоккеисты СР «Варка» ледовой дружины «Газпромнефть» Муравленко. Этот тезис подтверждается и результатами, впрочем, не только спортивными. На завершившихся недавно зимних спортивных играх компании «Белый медведь» завоевал бронзу, а капитан команды Александр Добрачев был назван лучшим бомбардиром турнира. Об инженере и спортсмене наш следующий репортаж. Спортом Александр Добрачев по современным меркам начал заниматься поздно. В 11 лет отец привел его в детско-юношескую спортивную школу прославленного омского хоккейного клуба «Авангард». Все детство и там юношество, все там, ну как получается, до 18 лет, с 11 до 18, ну, в детской школе, там, потом там 20, 21, там, во второй команде играл, потом поехал там дальше играть, в Казахстане играл. Если бы не земляки, то, скорее всего, Александр продолжил бы свою спортивную карьеру. По первому образованию он тренер, закончил Омский университет физкультуры. В 2010 году друзья, работающие в Муравленко, пригласили спортсмена в наш город. Опытный нападающий заметно усилил ряды команды «Газпромнефть» Муравленко «Сарварк». Первое время Александр работал водителем, теперь трудится инженером в транспортном управлении, параллельно получает второе высшее образование, уже по транспортной специальности. Теперь не со спортом, а именно с «Газпромнефтью» Муравленко связывает свое будущее Александр Добрачев. Плохо тот солдат, который не хочет адмиралом. Да, есть же такое. Каждый хочет расти, каждый хочет добиваться каких-то успехов. Ну, я не исключение, наверное. Однако спорт в жизни Александра Добрачева по-прежнему играет заметную роль. Правда, уже не главную. Сегодня это скорее пусть и серьезное, но увлечение. Вместе с «Сырварком» Александр выиграл уже практически все ямальские награды. Он чемпион округа, победитель чемпионата Ямальской хоккейной лиги. В конце прошлого спортивного сезона, после ухода из команды предыдущего капитана Сергея Шацких, капитанскую повязку «Белого медведя» по результатам голосования доверили Александру. Потом посчитали голоса, там, ну, все это бумажки написали, кинули в шапку, там, перемешали. Потом он посчитал все это. Ну, и так получилось, что выбор там упал на меня. Но все же главные трофеи Александра Добрачева были завоеваны на спортивных аренах «Газпромнефти». В 2011 году «Белый медведь» победил в зимней спартакиаде компании. В 2010 и 2012 команда завоевала серебро турнира. В нынешнем году вернулась бронзовым призером. Александр Добрачев стал лучшим бомбардиром соревнований. Признанный лидер муравленковского и ямальского хоккея, сегодня один из лучших и на корпоративной спортивной арене. Конечно, не без поддержки своей ледовой дружины. Евгений Дегтяренко, Вадим Бращик, новости нашего города.